Быстро, удобно, качественно и эффективно проверить собственное здоровье на своем рабочем месте без отрыва от производства. Сотрудники Пушкинского городского хозяйства прошли диспансеризацию в передвижных мобильных ФАПах Московской областной больницы имени профессора Розанова. Порядка 60 сотрудников смогли пройти диспансеризацию. Очень важно, что руководители предприятий и учреждений приглашают больницу с такими выездными мероприятиями, заботятся о здоровье своих сотрудников. А диспансеризация уже проводилась в нашем Ивантеевском лесопитомнике, в управляющих компаниях. И дальше до конца года запланировано проведение на всей территории городского округа. И мы, в свою очередь, будем очень рады, если и другие руководители учреждений позаботятся о здоровье своих сотрудников и пригласят нашу больницу к себе в гости. Каждый сотрудник смог сдать кровь, сделать электрокардиографию, флюорографию, измерить внутриглазное давление, пройти гинеколога, маммолога, а также сдать другие медицинские анализы и проконсультироваться с врачами на своем рабочем месте. Я сегодня прохожу диспансеризацию на рабочем месте, потому что это удобно и быстро. Сегодня я прошла диспансеризацию, проверила свое здоровье. Спасибо администрации, что есть такая возможность, что мы проходим диспансеризацию на рабочем месте. Плюсы выездной диспансеризации состоят в том, что сотрудникам не нужно ходить в больницу. Врачи сами приезжают на их место работы, что существенно экономит время сотрудников. Врачи выездной диспансеризации создают комфортный и качественные условия для сдачи медицинских анализов. Данное мероприятие очень важно для сотрудников и для нас, медиков. Сегодня мы уже не в первый раз на выездной диспансеризации. И, как показывает практика, это очень замечательное мероприятие. И сотрудникам очень нравится. Прежде всего, у них есть возможность пройти диспансеризацию, не отрываясь от рабочего места. Алина Рогожина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.